Всем привет! Я хочу предложить вам рецепт китайской лапши. Я вам покажу, как отваривается, и как приготовить соус. Лапшу в таком виде можно использовать в салатах. Поехали. Нам понадобится лапша. Я поставила в воду греться, и нам нужна будет стакан холодной воды. К соусу 1 столовая ложка яблочного уксуса, или можно рисового, ну так как нет, соевый соус, масло. Я буду использовать такое масло, или можно оливковое. Но идеально по вкусу это кунжутное масло. Но здесь я найти кунжутного масла не смогла. Чеснок 4 столовые ложки сахара. И такой вот интересный продукт – это перцовая паста. Вообще используется, я покупала в Украине, перцовая корейская паста. Так как здесь я тоже это не нашла, я взяла перцовую пасту для бограча. Ну, попробуем, что получится. Итак, пока закипает вода, мы приготовим соус. Для начала надо мелко измельчить чеснок. В идеале, конечно, через пресс, но так как тоже ввиду отсутствия, я мелко порублю. Так, чеснок я измельчила в форму. Теперь сюда уксус. Так, и мне надо 9 столовых ложек соевого соуса. Не пугайтесь такого количества, оно все будет в тему. Так, сюда сахар и сюда перцовую пасту. И это все мы вот таким вот образом смешиваем. Так. Так, аромат, да? Теперь вода у нас кипит, и мы начнем делать так, я делаю на 4 порции. Так, в кипящую. Так, и теперь я вам покажу один секрет. Так, мы держим наготове стакан горячей воды. Ой, стакан холодной воды. Так.
внимание. И когда вода закипит, мы сразу отправляем холодную воду. Наша задача не дать превратиться в кашу. Так. Сейчас. Все, кипит. Внимание, добавляю. И теперь мы каждый раз стараемся, пробуем, чтобы лапша не была переваренная. Так, еще рано. Так, мы пробуем каждый раз. Нет еще. Так, пробуем. Так, еще чуть-чуть. Буквально секунд 10 можно снимать. Вот так пока готовишь, так напробуешься, что потом уже ничего не хочешь. Наешься. Так. Все. Выключаем. Так. Сливаем и промываем в холодной воде. Мы даже сделаем, чтобы в холодной воде она полежала. Если вы готовите с мясом блюдо, то можно, в принципе, уже добавить в мясную подливку и вот это все вот обжарить. А я вам показываю лапшу для, как бы, для салатов. И она подается в холодном виде. Так, все. Все. Теперь она полежит. Все. Так, теперь мы даже эту лапшу отожмем, чтобы не было воды. Так, так, теперь мы лапшу прямо отжимаем.
Так. Так. И добавляем наш соус. Так, подождите, сахар тут еще не растворился. Сюда выливаем наш соус. Так, теперь мы берем вилочку с мешалочкой и вот так вот помешаем наш соус. Так, после этого вы можете добавить листья салата, отварное яйцо, грибы, овощи. Например, можно обжарить отдельно овощи и добавить. И вы получите очень вкусное блюдо. Вуаля! Приятного вам аппетита! Жду новых подписчиков. Спасибо тем, кто уже подписался. А также я жду ваших комментариев и ваших рецептов, которые мы можем опробовать на моей домашней кухне. Всем пока!